в 2,5-3 года формируется так называемая гендерная идентичность. Что такое гендерная идентичность? Когда человек осознает свой пол раз и навсегда заданным, как бы не только пол, но и социокультурный стереотип. Да? Это 2,5-3 года. До 6-летнего возраста в норме могут как бы присутствовать так называемые фантазии метаморфозы. Хочу быть мальчиком, хочу быть девочкой и так далее. Потом, как правило, эта фантазия редуцируется. И дальше идет латентный период. Он тоже там не совсем латентный, но такое условное название. Такой мертвый сезон, когда, если вы вспомните, в школе, да, идет такая сегрегация. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Но возникает дружба между мальчиками чуть позже, при подростковом возрасте. Такая настоящая мужская дружба, да? Мужская дружба. Ну и потом, как бы в традиционной семье мы тоже это видим нередко. Настоящая мужская дружба, рыбалки, охота, бани, выпивки там на брудершафт, допустим, и так далее. Настоящая женская дружба. В женской, вот как бы вообще в женском, в женских гомосексуальных отношениях там очень много эмоциональных проявлений, то есть как бы попытка эмоционального принятия, эмоционального обмена. То есть женские такие вот как бы отношения с глубоким таким взаимопроникновением прежде всего эмоциональным. Вообще как бы сексуальные отношения – это продолжение эмоциональных отношений. И поэтому, естественно, и даже если вы вспомните как бы вот эти вот дружбы между мальчиками, да, вот, которые возникают, обратите внимание, вот в детстве Толстого, есть такой эпизод, когда приходят мальчики в гости, и у них такая затевается особая возня, они играют, как бы. Это возраст преподростковый, там, 10-11 лет. Поэтому это представлено, но это не является, там, это не фиксируется. Нормально, это проходит как дождь за окном. А дальше, как бы, чаще всего, при нормальном, при нормальной социализации люди выстраивают свои отношения. Потребность в отношении есть у всех, в эмоционально насыщенных. В любом обществе 5-7% это представители сексуальных меньшинств. К статистике нужно относиться осторожно. Потом у нас нет таких длительных исследований, сколько это было этих, допустим, гомосексуальных пар в средние века, там, или в эпоху эллинизма, или в эпоху Первой мировой войны, понимаете, как бы трудно сказать. Но, тем не менее, да, все правильно, это о чем говорит? О том, что генотип все-таки сильнее фенотипа. Что можно противопоставить? Когда человек становится толерантным? Он становится толерантным только в том случае, когда общество, само общество занимается как бы направленно на его индивидуальное развитие, на его зрелость, на его мудрость, на как бы его ценность. Вот когда человек чувствует собственную ценность, когда он чувствует собственную уверенность, ему не нужно компенсироваться за счет более слабых. Чем больше зрелых личностей в обществе, тем менее оно агрессивно. Человек, допустим, с хорошим уровнем собственного развития, с хорошей, адекватно высокой самооценкой, с ощущением собственной ценности и со своими источниками самоуважения, он компенсироваться за счет другого не станет. То есть он может посочувствовать, допустим, что гомосексуальная пара не может иметь, там, скажем, собственного ребенка, то есть если для него ценностью являются дети. Или он может посочувствовать их положению, но как бы чувствовать себя сильнее, более праведным, более правильным за счет того, что кто-то вот не такой и, на твой взгляд, с поддержки общества хуже, чем ты. Вот это, конечно, проблема уже личности незрелой. Это то, о чем я говорила в самом начале. Вот эти истоки. Потому что между конформизмом и нонконформизмом
наша задача найти золотую середину, правда? Если ты будешь конформен, ты никогда не реализуешь себя. Если ты будешь полностью нонконформен, общество не даст тебе себя реализовывать, потому что ему не понравится. То есть везде должны быть, почему-то должны существовать законы, везде должны быть выстроены определенные границы. То есть добровольные отношения возможны. Вовлечение, скажем, малолетних детей недопустимо. И вот здесь как бы мы получаем, у нас есть осуждение как бы такое тотальное, и нет четких правил и четких законов. А должны быть четкие правила и четкие законы, то бишь границы, определенные границы. Это не значит, что я должна восторгаться всеми гомосексуальными, допустим, парами. Они мне могут быть симпатичны, могут быть несимпатичны, как и любые другие люди. И толерантность не значит, что мы должны это, понимаете, как бы воспевать, восхищаться и превозносить. Каждый живет так, как он хочет жить и реализовываться. Но при этом должны быть границы. Без крови, без того, чтобы мешать другим людям, там, наставить. Ведь многие пары гомосексуальные, и как бы люди гомосексуальной ориентации, они волей-неволей сами такие немножко напористые, агрессивные, ироничные в адрес, допустим, гетеросексуальные. То есть это взаимный процесс. Лучшая защита – это нападение, все это известно. А часто ли к вам обращаются геи и лесбиянки, и как вы с ними работаете, и, может быть, вы работаете и с целыми семьями, то есть с ними их родителями? Обращаются не так часто, и обращаются они не потому, что они что-то хотят поменять в своей сексуальной как бы, жизни, они обращаются по тем же поводам, по которым обращаются другие люди. Ко мне обращаются как психиатру, психотерапевту по поводу, опять же, депрессивных расстройств, по поводу кризисов взаимоотношений, по поводу сложностей, допустим, взаимоотношений не только вот как бы в гомосексуальной паре, но по поводу того, как выстроить, допустим, там, со своими родственниками и так далее. Обращаются, естественно, и там эти проблемы. Они, в общем, мало чем отличаются от проблем в гетеросексуальных парах. Я не сексолог. То есть и ко мне обращаются как бы не по сексологическим вопросам. Хотя сексология, понимаете, это составляющая часть проблематики. А были ли в вашей практике взаимоотношения, ну, с трансгендерами, скажем, с людьми, которые бы хотели изменить свой пол, были. И они бы пытались вот что-то с этим делать, то есть изменить свое отношение к изменению пола? Не измените. Если это были люди, которые хотели изменить пол, это единичные случаи. Карелия вся, как Васильевский остров, она крошечная. Были люди, которые как бы в практике. Есть определенная процедура, юридически узаконенная. Они как бы проходят определенные, да, как бы этапы. И если они не страдают, скажем, психическими расстройствами, они могут это сделать, и эти операции производятся. К слову сказать, Россия в этом отношении тоже такая удивительная страна. У нас, как правило, меняют пол с женского на мужской. В других странах наоборот. То есть у нас, кажется, мужская роль более спокойной и привлекательной. Но это единичные случаи. Потому что они себя ощущают, их гендерная идентичность, для них отношения, допустим, чтобы это себе представить, допустим, если человек чувствует себя по полу мужчиной, а является женщиной, для него отношения с мужчинами – это гомосексуальные отношения, по сути, а он может не принимать их полностью. То есть, и когда они пытаются выстраивать эти отношения, кроме тяжелой фрустрации, депрессии, обычно ничего не дает. А вот как объяснить обычным людям, что гомосексуализм – это нормально?
это норма. Вот что бы вы сказали человеку с улицы? Вы знаете, вот человеку с улицы, мне не очень нравится этот посыл, потому что в общем и в целом говорить, понимаете, разговоры мало что меняют. Я бы сказала конкретному человеку с полной, вот как бы, с полным неприятием этих отношений. Во-первых, первое, он ведь часто не только к гомосексуальным отношениям так относится. Он будет так относиться к человеку с физическим недостатком, только скрывать это будет. Для него это неприемлемый вариант. Он будет также относиться к человеку другой национальности или другой расы. То есть у него эта нетерпимость редко бывает связана только исключительно с гомосексуальностью. То есть он вообще нетерпим, интолерантен, чаще всего не уверен в себе, конформен, агрессивен и так далее. Чтобы что-то у него менялось, его не надо убеждать, потому что убедить невозможно. Когда мы начинаем убеждать, человек испытывает сопротивление. Чтобы у него что-то менялось, здесь следует только об одном подумать. О нем самом. Если у меня возникает, допустим, нетерпимость в отношении чего-либо, я должна задать себе вопрос. Почему же у меня возникает такая нетерпимость? Почему у меня возникает такое сопротивление? Вот знаете, как самые страшные антисемиты, нередко это евреи, как самые страшные люди, как бы противники гомосексуальных тенденций, это люди, которые в себе чувствуют какие-то латентные, допустим, латентную такую вот привлекательность, латентные гомосексуальные импульсы, скажем так, понимаете? Поэтому для этого нужно разобраться в себе, потому что если для меня эта проблема не является, у другого человека проблемой тоже не станет. А как вы относитесь к однополым бракам, к легализации их в России? Думаю, что в России это малореально, вот как бы легализовать эти браки, потому что это, опять же, это принимает на себя как бы этим же парам страшный как бы удар, неприятие, осуждение и так далее. Я никогда не думала, честно говоря, по поводу этого вопроса, но полагаю, что достаточно представляю себе психологические вот аспекты, особенности как бы вот в нашем социуме, которые будут здорово затруднять. Кровавый такой путь легализации брака. Так же, как и гей-парады, да, это все-таки опасно. А почему я не могу, допустим, вот в отношении гей-парадов могу сказать, а зачем? То есть, вообще, эта сторона жизни весьма интимная. Почему я должна ее кому-то, допустим, там, демонстрировать? Это ведь опять идет от той же самой, как бы, надо сказать, что в гомосексуальных отношениях, как в капле воды, отражаются те же социальные отношения. Если человек уверен в себе, он никогда не говорит о том, что я уверенный в себе человек и так далее. Знаете, умный человек никогда не замечает того, что он умен как-то, он не думает. Вот сейчас я скажу что-то непременно умное, правда? Для него это как бы имплицитно присущие ему какие-то качества. Для чего заявлять о своей принадлежности? Привлечь внимание, оно будет негативным. Но, может быть, это еще и способ самоидентификации и реализации своих каких-то социальных свобод, право на свободу шествий и митингов там, ассоциаций. Вы знаете, вот я и жажда признания. Вот. Это тоже проблема. У вас возникает желание пойти на митинг куда-нибудь? Такой социальный, я не имею в виду. Но если бы это помогало решить проблему. Это никогда не помогает решить проблему. Вот у меня, например, мне в голову такое не придет пойти на какой-нибудь митинг. Понимаете, это всегда такое групповое бессилие. То есть можно заявить, можно что-то говорить и так далее. Смысл. Человек реализует себя, допустим, какие-то свои глубинные ценности, интимные ценности. Он их реализует в своей нормальной жизни. Он не нуждается в том, признают это, не признают. Это требует определенной мудрости. А так, как бы, что гетеросексуальные, что гомосексуальные шествия,
Есть старая, довольно грубая, натучная шутка. Знаете, почему нельзя заниматься любовью на площади? Потому что все начинают говорить, как это лучше делать. Советовать. Понимаете, то есть, на мой взгляд, это сфера очень такая личная, а не предмет эпатажа. Там есть такой элемент эпатажа. Как правило, у них есть там свое общество, своя компания, где они собираются и так далее. И я прекрасно понимаю, что для некоторых из них это элемент такого эпатажа, такой нонконформности, но это больше нечем такого. Ну, а с другой стороны, это попытка интегрироваться в общество. Интегрироваться путем большинства. Конфронтации? Это странная модель интеграции. Путем борьбы за свои права. За какие? Ну, право быть такими, какие они есть. Они есть такие, какие они есть. А человек не живет в безвоздушном пространстве. Угу. И когда он ловит какие-то косые взгляды, осуждения, или его просто избивают, как ему быть с этим? Вы знаете, Максим, вот я, наверное, скажу такую вещь, которая может быть не очень, опять же, популярна. Каждый из нас, живя в достаточно агрессивной среде, может идти поздно вечером по улице и получить, понимаете, там пулю в живот, образно говоря, выйти из подъезда своего дома. Для этого не нужно быть геем, лесбиянкой и так далее. То есть каждый подвергается агрессии. Я могу выглядеть, допустим, не так, как большинство, и я обязательно буду ловить на себе косые взгляды. Я могу высказывать не те мысли, которые от меня ждут. Это вызовет раздражение и негативизм, правда? В чем отличие? Но это в России, а скажем, в странах Западной Европы. Да, которые более немного толерантны. Там, понимаете, да, более толерантны, а с другой стороны, там тоже как бы проблем ведь очень немало. И здесь очень важна, понимаете, именно та самая, люди ничего лучше золотой середины не придумали. Потому что можно заявлять, можно эпатировать, понимаете? То, что хиппи заявляли как бы желание любви, от этого люди ведь не стали любить больше, меньше и так далее. Понимаете? То есть то, что кто-то там, допустим, шахтер, оставляя голодным семью, стучит каской там, значит, по земле, сидя возле шахты, мало что меняет. То есть каждый должен самосовершенствоваться, реализовывать свои ценности какие-то, да, там, проживать по возможности хорошую, достойную жизнь. То есть есть масса каких-то вот интересных вещей. Я думаю, что здесь борьба направлена немножко не на то. Если я доказываю свои права как личность, люди более спокойно относятся к моей ориентации, наверное. Такова была бы моя мысль вот в ситуации, в которой, допустим, оказываются гомосексуальные пары. Правда? Как бы мы знаем великих людей нетрадиционной ориентации. Их помнят не потому, что они люди нетрадиционной ориентации, а потому что они нам оставили произведения великие. А если ты ничего этому миру, кроме своей нетрадиционной ориентации, предложить не можешь, но требуешь к себе особого отношения, требовательно, настойчиво, демонстративно, это вызовет скорее раздражение, чем интеграцию в общество. Понимаете, идентифицироваться с великим художником, потому что ты алкоголизируешься так, как великий художник, невозможно. Нужно творить так, как великий художник. Знаете, как в свое время, когда в изгнании о Ване Ахматовой, когда кто-то ей сказал, он написал такую замечательную пародию на едоков картофеля. Пусть он попробует написать едоков картофеля, понимаете? Поэтому вот здесь вот такие вот вещи, они очень неоднозначны. И естественно сказать, что все, мы все вот просто вот любим, обожаем, значит, там геев и лесбиянок, и пусть они шествуют, и пусть они, значит, там как бы альтернативно живут, конечно, и многие так живут, понимаете? И для этого им не нужно в чем-то участвовать и так далее. Поэтому здесь есть право, в некоторых странах оно как навязчивость,
не дай бог, понимаете, там, назвать афроамериканцев по-другому. А есть как бы личностное развитие, есть личностная зрелость и есть творчество. Понимаете, если мы видим блестящее произведение и в современном искусстве, нас мало интересует, что это создано гомосексуалом. Нам интересно произведение. И есть агрессивная среда, с которой лучше не бороться. Нет лучше... смысла. На агрессию мы получим в ответ только агрессию. Почему-то я говорю и про браки, про все эти шествия. То есть на конфронтацию мы получим конфронтацию. Понимаете, здесь все очень неоднозначно. Есть люди, которые могут прославиться только тем, что они защищают там права, допустим, там. Они больше ничем не могут прославиться. Я, возможно, говорю такие не очень удобные, не очень приятные вещи, но я думаю, что это мои убеждения. Что такое норма для вас? Наверное, она размыта очень. Да, как бы размыта, не размыта. Норма, вы имеете в виду, как бы норма психического здоровья? Да. Неприлично быть полностью, знаете, абсолютно нормальным, как бы это же там не среднестатистическая единица. Это такое состояние физическое и душевное, которое позволяет тебе реализовывать себя в социальной жизни, вообще в своей жизни. То есть тебе это не мешает, никому не мешает. Когда не норма, когда возникает некая проблема, которая начинает тебе здорово мешать, правда? То есть самое простое, если у тебя бессонница в течение многих недель, уже нельзя назвать нормой, правда?